Остров кошек. Так называется приют для этих животных у озера на окраине Шанхая. На площади около 600 квадратных метров живут более 30 бездомных кошек. Животные попадают сюда благодаря неравнодушным горожанам, подбирающим их на улицах. Тут кошек кормят и лечат, а после обязательной стерилизации ищут для них хозяев. Мои дети хотят завести кошку, но я еще не приняла решение, потому что за ней нужно ухаживать. Я прочитала об этом приюте в соцсетях, и мы решили прийти посмотреть. Порода не имеет для меня значения. В нашем районе много бездомных кошек, и мы с сыном всегда их подкармливаем. Остров – один из проектов Шанхайского центра защиты бездомных кошек. Его глава Джа Джэньлян уверен, в проблеме бродячих животных виноваты только люди, а потому им ее и решать. Одна бездомная кошка в микрорайоне за несколько лет превратится в сотню и даже тысячи кошек. Поэтому людям необходимо вмешиваться в процесс размножения таких животных. И наиболее эффективный способ такого вмешательства – это программа «Отлов, стерилизация, возврат в прежнюю среду обитания». В Шанхае на каждый квадратный километр приходится более 200 бездомных кошек. Конечно, остров не может приютить их всех. Волонтеры сейчас в основном занимаются тем, что пристраивают тех животных, что уже есть в приюте, а это сложно и долго. Джа Жэньлян говорит, что с момента открытия в сентябре Центр защиты бездомных кошек принял более 100 животных, и пока только 4 нашли новый дом. Чэньтун, Сиртянь.